Здравствуйте, меня зовут Васильцева Алина, и сегодня для вас я проведу мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству «Ракета». Нам сегодня с вами понадобится цветная бумага, клей, тарелочка, скотч и цветной карандаш. Приступим. Для нашей ракеты мы берем листочек и просто его скручиваем. Вот примерно вот такой вот корпус у нас должен с вами получиться. Можно его сделать чуть-чуть пошире. Вот так вот. И теперь приклеиваем одну сторону. Приклеиваем один краешек к нашей ракете. Вот такой вот корпус готов для нашей ракеты. Теперь мы сделаем шляпку для нашей ракеты. Как мы ее делаем? Мы берем черную бумагу. У меня тарелочка, и обводим эту тарелочку. И теперь вырезаем. Вырезали с вами ровный круг. Теперь примерно отмечаем серединку. И делаем прорез этой серединки. Что мы делаем дальше? Мы берем и скручиваем наш шляп, чтобы у нас получился треугольник. Если быть точнее, то просто конус. Примеряем этот конус к нашей ракетке. Вот видите, у нас он подошел к нашей ракете. И теперь край приклеиваем к нашему конусу. Теперь мы делаем с вами окошки. Как мы делаем окошки? Берем желтую бумагу. Скотч, или вы можете взять другой любой круглый предмет. Обводим. Я хочу, чтобы на моей ракете было три окошка. Делаем три круга. Наши турбины. Я хочу, чтобы у меня турбины были оранжевого цвета. Для этого я взяла скотч большого размера. И обвожу два круга. Примерно. Делаем серединки. Делаем прорез, кстати, серединки. И так же, как нашу шляпу, скручиваем ее в конус. Но этот уже конус должен быть более узкий. Вот так. Приклеиваем все наши заготовки к нашей ракете. Я начну с окошек. Для ПВА приклеиваем нашу крышу. Как мы это с вами делаем? Мы открываем клей ПВА, если он у вас есть. И на край ракеты наносим этот клей. Теперь приклеиваем наши турбины.
с вами ракеты получилось. До свидания и до скорых встреч.